Всем привет! Это ТипТоп ТВ и я Марина. И сегодня мы с вами поговорим о химическом составе или о загадочных метках на тюбиках с пастой, с кремами и со уходовыми средствами. После того, как вышли видео по обзору товаров из фикс-прайса, а конкретно о кремах, о зубных пастах и так далее, мне поступило очень много комментариев и сообщений на тему того, что ваши средства химические, там есть черные метки или темные метки, посмотрите внимательно, не пользуйтесь, пользуйтесь только пастами с зелеными метками. И я решила разобраться в этом вопросе, так ли это на самом деле. И, открыв интернет, обнаружила две стороны этого вопроса. Люди разделились на два лагеря. Одна сторона считает, что все эти метки что-то обозначают, а вторая сторона считает, что эти метки совершенно ничего не обозначают. И можно совершенно не опасаться, пользуясь кремом с черной меткой. Давайте же досконально разберемся в этом вопросе, кто прав, а кто ошибается. Начнем с самого начала. Вы наверняка замечали, обращали внимание, что на каждом тюбике с обратной стороны обязательно есть квадратик. Вот он здесь сверху и еще есть сбоку. Они могут быть разных цветов. Черные, темно-коричневые, например, темно-синие, темно-бордовые, а также красные и зеленые. Что же они означают? Значит, по первой версии, которой придерживается большинство, и даже была передача по телевизору, посвященная этой версии, значит, по этой версии темный квадрат, например, вот как на BB-креме из фикс-прайса, вот этот вот прямоугольничек темный, это означает, что здесь стопроцентная химия. Красный цвет этого прямоугольничка или квадратика означает, что продукт состоит на 70% из химии и 30% натуральные вещества. С красным цветом у меня нет, вот есть только такой темно-коричневый. Затем зеленый прямоугольничек, вот, например, как на этом креме, он означает, что продукт без химии и содержит только натуральные вещества. Вы разве верите в это, чтобы крем содержал только натуральные вещества? Начнем с того, что и натуральные, и ненатуральные вещества – это все химия. Даже если вы сделаете крем в домашних условиях, который будет содержать только полезные вещества, ну сами подумайте, сколько дней можно будет пользоваться этим кремом. Скорее всего, сутки, двое, трое, а дальше просто он начнет портиться. Это понятно, что без консервантов и без каких-либо веществ никак не обойтись в косметологии. We'll be right back.
Вот для примера, если смотреть на версию вот эту первую, что темный квадрат это 100% химия, давайте проанализируем тюбики, которые вот я собрала в данный момент, прошлась и взяла со всех полочек крема. Значит, первый крем Aloe Vera, вот этот ряд, это крема, купленные в фикс прайсе. Значит, у него упаковка содержит туба зеленый, оранжевый цвет. Смотрим, метка зеленая, штрих-код тоже зеленый. Дальше. С маслом карите, крем для рук, темно-коричневый, штрих-код тоже темно-коричневый. Крем ланолиновый для рук защитный, черный дизайн с коричневым, метка черная. Затем Fresh Mix, вот этот ягодное желе для рук и тела, метка черная, штрих-код тоже черный и дизайн черный с фиолетовым. Затем BB крем. В дизайне упаковки присутствует черный цвет, также черный цвет на метке и штрих-код. Коллаген крем для лица. Темно-серый цвет с фиолетовым, ну или такой какой-то цвет фуксии. И здесь у нас темно-серый цвет на метке. Затем гелевая зубная паста Силка. Здесь у нас темно-серый цвет с красным. Что мы видим? Штрих-код у нас темно-серого цвета. Затем зубные пасты и крема куплены не в фикс-прайсе. Этот крем все знают французский. В дизайне присутствует темно-коричневый цвет, темно-коричневая метка. Затем вот этот шампунь. В дизайне темно-серый цвет, темно-серого цвета метка. Обычный крем для лица ланолиновый. Здесь есть красный цвет в дизайне, темно-синий. Также черный, вот все надписи черные, метка черная. Затем сплат паста всем известная, здесь есть и красный цвет в дизайне, и салатовый, и темно-серый, метка салатовая. Затем Colgate, здесь красный, зеленый есть и синий, вот здесь мелкий вот этот шрифт синим цветом, метка синяя. Итак, можем ли мы сделать вывод, что эта метка отражает химический состав кремов или зубных паст? Не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, что больше совпадения здесь только лишь в дизайне. То есть какой цвет использовался на упаковке, такой же и использовался при нанесении этой метки. Вот вторая версия, мне кажется, более она правдоподобной и соответствует действительности. А версия это такая, что на самом деле вертикальная метка, которая расположена на самом верху, вот на этом спаечном шве тюбика, она нужна для точного позиционирования при спайке кончика тюбика, чтобы спайка была параллельной вот этому изображению и тексту, а не криво, ни вправо, ни влево, никуда не наклонена. Фотометки необходимы по следующим производственным причинам. Для того, чтобы фотодатчик распознавал фотометку, и нужен контраст между фоном и меткой. То есть обычно, видите, упаковки у нас белого цвета используются в производстве. Для чего? Это нужно для того, чтобы фотодатчик распознавал фотометку. Вот он и нужен контраст между белым фоном и темной меткой. Видите, какая она самого темного цвета на упаковке. Именно метка, а также штрих-код. Потому что фотодатчики распознают именно темные метки на белом фоне. То есть нужен очень большой контраст. Есть, конечно, фотодатчики, которые и на темном фоне распознают светлые метки, но только светлые, контрастные. Но таких датчиков меньше, поэтому в основном используются вот такие контрасты. На белом фоне темная метка. Это самый желаемый контраст для производителей. Если в дизайне упаковки присутствует черный цвет, так как вот мы с вами посмотрели, или темно-серый, то и фотометка, и штрих-код тоже будут черными или темно-серыми. Таким образом, мы можем сделать вывод. Конечно, каждый из вас сделает свой вывод. Я ни на какой версии не настаиваю. Но мы можем сделать вывод, что эти квадратики или прямоугольнички цветные – это всего лишь фотометки и служат для позиционирования тубы вот этой на стадии ее спаивания. Это если пластик. Или на стадии заворота, если у нас алюминиевая туба, то есть при завороте вот этого края. И не обозначают совершенно никакой химический процентный состав продукта. Есть очень интересный пример вот этой темной метки. На тюбике с клеем «Момент», например, вы можете обнаружить, как вы думаете, какую зеленую метку.
Поэтому, если вы считаете, что зеленая метка – это признак 100% натурального состава, то есть никакой химии, а только натуральное вещество, то вы можете смело употребить клей-момент в пищу, просто намазав его на хлеб и съев этот бутерброд. Поэтому какая версия правильная, решать вам. Ну а я вывела для себя такой итог, что больше на эти метки обращать внимание совершенно не буду. Но буду смотреть на состав, вот здесь химический состав, крема или зубной пасты. То есть лучше обращать, конечно же, на это внимание. Все здесь расписано, все написано, просто нужно разобраться, что обозначают все эти названия. И тогда вы поймете настоящий состав продукта. Не надо думать и гадать, смотря на какие-то там квадратики, которые используются в производстве всего лишь упаковки для этого косметического продукта. Итак, если вам этот обзор, это исследование было полезно или интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока и оставайтесь со мной!